Всех приветствую. Сегодня на обзоре у нас будет вот такой телефончик. Вдох. Алло, здравствуйте. Хойте. Сегодня у нас в обзоре будет вот такой телефон. iPhone 7 Plus. Желал я его, достиг я его спустя 3 года. 256 7 Plus Jet Black. У меня точно такой же, на который сейчас я снимаю. Достаем его. Вот так он выглядит. Сзади пленка. Это корейская версия получается, что... Если сфоткать, то в любом режиме щелчок камеры будет. Вот беззвучный поставил, щелчок камеры есть. Проверка видео. Раз, два, три. Видите? Так, кнопка работает идеально, Touch ID, но иногда бывает, что силу нажатия не распознает. Спустя покупку обнаружил я на нем, что на белом фоне вот есть на дисплее видно, что либо менялась фронтальная камера, либо дисплей тут менялся, компьютер iTools, программа обнаружила. На дисплее засвет появляется, да, есть Touch ID проблемы, вибромоторчик проблемы, Touch Engine. Но зато телефон взял я за где-то... $250. 3 года назад такой стоил 600-700. Цена упала в 2 раза за 3 года. Давайте звук проверим, как работает. Wi-Fi уже подключается сразу, сим-карта работает. Шустрый, быстрый, все как надо. И как всегда, это будет песня «Скриптонита родился и вырос». Песня про меня там, где нет смысла, на голове у меня то, что внутри. То, что внутри телефона и вокруг всего, что окружает меня. Ставим. Только на небольшое ускорение. Звук лупасит. Я полностью... Нужно включить, чтобы звук был. Вырос там, где нет смысла. Не летят, тят, но твой успех, Маленький город, маленький выбор. Все, и на этом мы остановимся.